Что ты выбираешь? Брючный костюм? Не знаю. Ага. Ты вот так в администрацию пойдешь? Так я рубашку одену, будет нормально с брюком. А если у тебя встреча с губернатором? Я часто к нему хожу, поэтому будет нормально. Часто к нему ходишь? Бывает, да? Я тоже десятку не поставила, потому что мне не нравится сочетание цвета хаки с классическими туфлями, с розовой и красной сумочкой. Для улицы это неплохо, для общего образа, для того, чтобы его обсудить и выставить на показ, мне вот это как бы не очень нравится. Для концерта, я думаю, неплохо. Не, я согласна с мнением. Мне самой, ну, я понимаю, что сумка туда не очень подходит, но что по времени успела, я сейчас не могу, мне сейчас нет, точно не надо было ляпать.